Более 250 ангарских детей, имеющих ограничения по здоровью, прошли реабилитацию в центре Веста в этом году. Напомним, недавно учреждение получило грант на закупку специальных средств, предназначенных для помощи ребятишкам с ДЦП. Семьи могут получить его на временное пользование. Как работает это оборудование и каков эффект от его применения, узнавала Кристина Пермякова. К упражнениям на специальном оборудовании в семье Ерофеевых подходят ответственно. Ежедневная разминка для Миши необходима. Это залог успешной реабилитации. У мальчика детский церебральный паралич. Развивающие игрушки, мяч, вертикализатор, безусловно, приносят положительный результат в лечении. Эти тренажеры семье удалось получить бесплатно на временное пользование. Обратились в Весту, когда узнали про диагноз, и стали ходить заниматься. Нам делают массажи, занимаются ЛФК с нами. Благодаря Весте у моего сына появились хоть небольшие, но улучшения. Он начал больше разговаривать, какие-то движения совершать. Веста нам предоставила реабилитационные приспособления. Это вертикализатор, это ослик, игрушки, уголок. Благодаря им мой сын, у него действительно появляются улучшения. За этот год специальное реабилитационное оборудование центр Веста предоставил примерно сотни ангарских семей. Организация выиграла грант на сумму более 2 миллионов рублей. На все деньги закупили приспособления, которые эффективно помогают в профилактике и лечении многих заболеваний. Кроме того, все специалисты Весты прошли соответствующее обучение. У нас ребенок прошел курс реабилитации, и когда он вернулся к себе домой, то тот результат положительный мог быть частично утрачен или полностью, так как не все в семье могут приобрести дорогостоящее оборудование и им правильно пользоваться. А в этом и заключается, то есть обучение родителей, как пользоваться это оборудование, предоставить это оборудование. И вот в межреабилитационный период дети уже имеют более стойкий результат положительный. В центре Веста ежегодно проходит реабилитацию более 250 человек. Одно из главных направлений деятельности – помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. А это работает, требует соответствующего оснащения. Благодаря ему положительная динамика наблюдается в большинстве случаев. Кристина Пермякова, Дмитрий Новопашин. Местное время.